мне сегодня друг пришел, художник. Сидели в кабинете, пили чай. Наш разговор был прост и несерьезен. Под этот красноватый мартеляр, как будто в мире все без изменений. Хотя мне 32, ему за 50. Считаю я, что временных течений уж нам не переплыть. И все мы будем гнить, так лучше уж забыть про смену поколений. А ты художник, пей чаек покрепче, пусть жизнь твоя немного будет легче.